Бельцах завершилась реконструкция детского плавательного бассейна. В нем заменили всю сантехнику, систему вентиляции и водоотведения. Привели в порядок раздевалки и установили теплый пол, чтобы дети не простужались. Ремонт в плавательном бассейне не проводился более 30 лет. Об этом телеканалу БТВ рассказал Александр Гуляк, заведующий школы плавания. То, что было запланировано, выполнено в полном объеме. И даже скажу, и больше выполнено, чем было запланировано. Это ремонт малого бассейна, полная замена канализации, чаши бассейна, полная замена вентиляционной системы. В малом бассейне не проводился ремонт с 70-х годов. Это подтверждает тот факт, что когда мы начали ремонт, дошли до канализации, канализация была в непригодном состоянии. Основные ремонтные работы проводились в летний период, когда дети были на каникулах. Александр Гуляк рассказал, что модернизация стала возможной благодаря слаженной работе коллектива, а также поддержке примарии. Сейчас мы находимся в раздевалке, мужской раздевалке детского бассейна «Дельфиненок». Это, вы видите его, новый вид этого бассейна. Все, что было здесь, все было переоборудовано, это поставлены, заменены двери, заменена сама душевые кабины, которые раньше были из шифера и ржавых уголков, которые еле-еле держались. Поменена вся водоснабжение, душевые заменены на более современные, более той. Поставили новые полы, теплые полы, для того, чтобы дети меньше болели и чувствовали себя более комфортно. Поменена система отопления в детском бассейне, а также новые раздевальные шкафчики. Вот что сегодня представляет наш маленький бассейн «Дельфиненок», где занимаются в год, проходят через бассейн «Дельфиненок», проходит более 500 детей. Была проведена очень большая работа. Мы заменили полностью канализацию, которая пришла в негодность. Обновили чашу бассейна, делали гидроизоляцию, покрыли бассейн мозаикой, плиткой. Оформление бассейна. Сделали сказочное оформление для того, чтобы дети чувствовали себя более уютно при занятиях в школе. Все-таки это детский бассейн, тут занимаются дети от 6 до 10 лет. Модернизировали систему вентиляции. Заменили плитку на напольную плитку. Восстановили, то есть заменили потолки. Сделали дезинфекцию потолков, заменили потолки. В этой работе было привлечено несколько специализированных фирм. Это по установке плитки и гидроизоляции, это чаша бассейна, по установке вентиляции. А в основном вся работа проходила своими силами, с персоналом школы. Это технический персонал, это администрация школы. Все участвовали, никто. Тренера. В данный момент ремонтные работы ведутся в плавательном бассейне для взрослых. В планах руководства не только модернизация всего плавательного комплекса, но и его развитие.